Сегодня я буду играть с подписчиком один на один. Сейчас напишу запускай. Все, запускай. Написал. Сейчас один на один мы сыграем. Я думаю, опять мой подписчик выиграет, потому что мои подписчики всегда меня выигрывают. Так. Все, игра запустилась, то есть скоро запустится. И будем начинать. Только разминочка, конечно, будет там минутка с чем-то. Но ничего. Все, начинается игра. М4, моя любимая. Опа! У Иворка! Откуда у тебя? Откуда? Ой, не, ребят, откуда аркана? Я не понимаю аркана. Я никогда в жизни не видел аркана вообще. Почти. Опа, все, арканочку забрал. Я думаю, Дигл пойдет. Чуть игра залагала, но ничего. Так. Он сейчас ставит бомбу, как по-моему. Где он? А, он на горы верну. Я потом напишу ему только на А, чтобы играл. Фиг, пойми, где он. Возвращаюсь. Игра залагала. Я по нему стрелял, но нет, как я не понимаю, у меня что с игрой делается. Я встаю на спавне, меня телепортируют вообще в другую местность. Я вот этого не понимаю.
Опа. Все по массе в дело, как сказать. Давай М4 купим. Я думаю, нормально. Блин, мы проиграли, то есть не мы, а я проиграл, потому что я писал. Он, наверное, специально, ну, наверное, не специально, но, блин, я проиграл, потому что я писал ему. Так, тихонечко. Я вообще его не заметил. Так, 4-1, это вообще не по плану идет все. Не хочу опять проиграть перед подписчиком. Фух, повезло. Вот это у нас недорогие. Такс. Я в дворец сейчас пойду. Обходим на улицу. Через склад. Всё нету. Где он? Ладно, куплю как. Понятно. Идеальное место. Давайте купим М16. Как бы. Почему бы и не купить? Так, вот у меня такие. Я вообще. Что у меня творится со стендофом? Я стреляю? А у меня не стреляется! Что у меня творится? Так, как он брал дигл, так и я возьму. Может, он тоже возьмет диглецкий. И у нас бой на диглах будет. Почему? Ну все, как сказать, это все уже полная попа, потому что у нас 2, у него 7. Уже шансов, как сказать, нету. Господи, куда я стреляю, господи?
Так он там стоит. И стой. Валяю. Фу-фу-фух. Через дым убил. Он Савика, значит, понятно. А мне М110 как бы подойдет, потому что с ВМ, ну, так себе стреляю. Не то, что прям плохо, но так себе. Хопа, подцепил. Не то, что с ВМ стреляю. Так, теперь он, наверное, меня обойдет. Идет. Так что я пойду тоже в обход. Нет, не пойдет. Ладно. Нет его. Понятненько. Я смотрю, знаю. Значит, нет, не здесь. Опа, все быстро, быстро, быстро. Все, ура, ура. Я молодец. Кстати, наверное, мы не провалим бой. Очень надеюсь. Ох, в голову чуть-чуть. Опа, берем гранатки. Все, сразу идем в обход. Надеюсь, он там убьет. Надеюсь, он на мид сейчас пойдет. Нет, не пойдет, ладно. Уф, 7-7. Жесткая игра. Если я сейчас затащу раунд, то все это будет шикардос. Так. Сейчас я его точно сейчас. Он здесь выйдет, нет? Уходи, умоляю. Я боюсь, я не знаю, как боюсь. Нет, нет, нет. Где он? Как обидно-то. Я мог с М110 просто его завалить. Ну все, давайте, пока.